Это платье. Оно может быть длинным или коротким. Это зимняя куртка для мальчика. Ее надевают, когда выходят на улицу. Это футболка. Она мягкая и легкая. Это зимние брюки для девочки. Их шьют из плотной ткани. Это пальто. Оно защищает от ветра. Это косынка. Ее надевают, чтобы закрыть голову и ушки от ветра. Это осенняя шапка для мальчика. Ее шьют из теплой ткани или вяжут из ниток. Это шорты. Их носят летом, когда тепло. Это берет. Он защищает голову от дождя или снега. Это сарафан. Он держится на плечах. Это осенняя куртка для мальчика. У нее есть капюшон. Это кепка. Ее надевают на голову. Это ботинки для девочки. В них не промокают ножки. Это гольфы. Их шьют из ткани или вяжут из ниток. Это носки для мальчика. Их шьют или вяжут из ниток. Это носки для девочки. Их надевают на ножки. Это туфли для мальчика. Их два, правый и левый. Они защищают ножки от воды и холода. Это варежки для девочки. Они греют ручки. Это пижама для мальчика. В ней ложатся спать. Это юбка. Ее носят девочки и тети.